отличился, блин, карта есть. Это какая-то проселочная дорога однозначно. Надо искать кого-то, кто поможет добраться до точки. Ужас. Надеюсь, кривая вывезет. Главное, вокруг ни одной машины. И ни одной заправки. Меня занесло. Буду искать дорогу, но места потрясающе красивые. Вода чистейшая. Ну, как я уже говорил, ее можно пить. В любом озере Финляндии. Хорошо, хоть встретил кого-то живого здесь. Сейчас спрошу, как проехать в Вирумяке. Доброе утро, сэр. А не подскажете, как мне проехать в Вирумяке? Вы ищете Вирумяке? Могу взглянуть на вашу карту? Что это за место? Вы, вот смотрите, вы находитесь здесь. Мы тут строим коттеджи и продаем их, также площади под застройку. Я рад, что нашел тот человека, который знает эту местность. Точно. Если вы поедете вот по этой дороге, через пару километров будет поворот прямо к тому месту, что вы ищете. Понял, спасибо. Кстати, дорогие ли тут коттеджи? Ну, все зависит от пожеланий клиента. Земля здесь не самая дорогая. Вы можете приобрести участок в несколько соток с подведенной водой, электричеством и канализацией. Всего за несколько десятков тысяч евро. А затем мы построим вам дом. Start building and make your summer house here. Надо записать полученную информацию и отправляться в путь. Мой финский друг Паси уже заждался меня. Паси, я приехал. Хороший домик. Но поскольку я один, я размещаюсь в другом месте. У меня, кстати, не хуже. Осмотрев коттедж моего товарища, мы вместе отправились селить мою скромную персону. После чего я вновь был предоставлен самому себе. Но ненадолго. Это Пасси, я думаю. О! Эй, что вы видите нас? Что ты здесь, Вико, тут здесь? О! Hello! How are you doing? Hey. I am fine.
Вася, почему ты собрался играть в гольф без меня? Ой, извините, меня зовут Евгений. Познакомься, это генеральный директор центра в Юрумяке. Приятно познакомиться, я Хейки. Мне тоже приятно. Могу я присоединиться к вашей игре? Только сразу скажу, я совсем начинающий. Бери клюшку и играй. Я буду твоим кэдди. I should try. Apply. Хейки, не расскажите мне о Вирумяке. Что тут есть интересного? В Вирумяке найдутся виды спорта со всего мира. У нас вы можете заниматься как под руководством инструктора, так и самостоятельно любым видом спорта. От флорбола до сальса, от гольфа до керлинга, от ходьбы с палками до катания на лошадях. Отдых с пользой для здоровья сочетается с радостью и весельем от движения. На спортивных курсах вы можете, соответственно, либо совершенствовать свои навыки, либо освоить совершенно новый вид спорта под руководством опытных инструкторов. Вирумяки предлагает целый комплекс услуг для идеального отдыха. Процедуры по уходу за телом, разнообразные возможности для занятий спортом, вкусная еда, уникальные природные места и комфортное размещение. Отпуск в Вирумяке легко спланировать с учетом пожеланий каждого. Вирумяки – это место для всех возрастов. Мы несравненны в своем многообразии. Выбор отдыха ограничивает только ваша собственная фантазия и синее небо. Мы также предлагаем различные возможности активного отдыха для тех, кто хочет отдыхать в собственном ритме, без строгих графиков и расписаний занятий. В этом случае лучше всего приобрести личную спортивную карту, с помощью которой можно попасть в любое спортивное помещение, оплатив только разовое посещение. Thank you so much. Thank you. It was really good experience. And second time in life I'm playing the golf on the hole. Спасибо, Хейки. Мне было очень приятно играть с вами в этот замечательный вид спорта. Аналогично, это одна из лучших моих игр в последнее время. Usually playing that well. Thank you. Thank you so much. Приятно поиграть в гольф с хорошим человеком. Еще приятнее, когда получается хоть что-то. Один удар все-таки из этих 12 там, или 18 у меня получился. Ну что ж, после такого напряженного спортивного дня неплохо бы и в спа. В центре города Хейнала, что всего в нескольких километрах от Вирумяки, есть прекрасное заведение – Кюмпели спа, в котором профессионалы с радостью приведут ваше тело и растрепанные чувства в порядок. Thank you.
Вечерело. Поужинав на скорую руку в прекрасном ресторане на берегу, я отправился обратно в Вейерумяки для того, чтобы на собственном теле испытать все прелести настоящей бани по-черному. Пасы, how are you feeling now? I got quite good, you know. This is first time in this sauna for me forever. Really? Yeah. And, you kidding? Yeah. And you are a Finnish guy, but not what? In this sauna. Not in this. But many other sauna. I know. Mm-hmm. And we have one reason to afraid, but the headache is coming because it's smoked. Terva. Shampoo. Yeah, it's like smells like your hair will smell like this sauna after you wash your hair with it. Like smoked sauna. Yeah, like smoked sauna. Во как. So do you want? Вот до чего финны дошли, да? Уже шампунь с запахом дыма. То есть what sauna for? Вот просто так у костерка посидеть, вот нельзя. Надо еще волосы вымыть, чтобы они были чистыми, а потом типа и чтобы пахли дымом. Очень хорошо. Но для меня немножко холодновато, чтобы просто плавать, как пасы. Но пасы, thanks a lot. What? This is a good experience. It's perfectly. It's crazy good. This is the best thing of my life. Yeah.